дешевые кейсы только на WhatShop. Испытай удачу, попытавшись выиграть премиум-аккаунт, премиумную технику, либо огромное количество золота. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на канале Seybeak Pro. Сегодня World of Tanks, и это дедушка из 7. Просто рандомный бой. Надеюсь, хотя бы он получится. Так, ладно, я еду на левый фланг. Для превьюшки, наверное. Подойдет же для превьюшки, вот так вот. Я думаю, достаточно будет, спасибо. Так, я на фланге вместе с Феди и вместе с ЛТТБ. Вся основная масса направляется на правый фланг и пару ЛТшек на... под горой. Много кого я могу встретить именно на этом фланге, но не знаю, как уж распределится вражеская команда. Так, ЛТшка, ЛТшка за горой. Нет, башня моя не успевает повернуться до бульдога. Лишь бы он сзади не зашел, лишь бы сзади не зашел. Нет, бульдог уезжает отсюда, слава богу. Нет, возвращается, не слава богу. Или уезжает, слава богу. Так, давайте посмотрим, кто здесь есть. Никого я не наблюдаю. Странно очень. Неужели я здесь один? Нет, никого, никого, никого. Смотри, никто не светится. Ну давай тогда так попробуем. Так, чуть-чуть в низинку, в низинку. Так, и кто там, кто там, кто там на горе? Су-100. Су-101 точнее. Ой, хорошо, 541, замечательно. Маленечко ребятам помог. Но здесь по-прежнему никого нет. Так, Су-100 уезжает. Ой, красава. Получилось. По-прежнему пусто. Начинается стоялово. Так, наверху ребята продолжают сражаться с тяжами. По-любому кто-то здесь стоит в кустах, вот по-любому. Оп, тихо. Спуститься, чтобы меня там никто не видел. Так. А теперь, здравствуй, Эмиль. Ну выскакивай. Блин. Я просто, если поеду вниз, Эмиль меня заберет явно. Если справится с ЛТТБ. Поэтому, наверное, нужно в первую очередь забрать его. А потом уже приступить к спуску с горы. Хорошо, 479. Тихо, не попадешь. Понятно, не попал. Арта бы не накрыла только, но вряд ли она сюда смотрит. Давай уже кончайся, 335, отлично. То есть на меня ни ПТ не смотрят, ни САУ не смотрит, никто. Ладно, САУ смотрела, СУ-14-2. Ладно, хорошо. Бывает. Блин, ты прикинь, все-таки сюда смотрела. Я думал, туда на тяжи, там вроде как больше можно зарешать. Так, на горе бульдог и ПТ. А, бульдог с РУ-251 еще. Ну, ЛТТБ мне сейчас все засветит, явно. Да, классно, когда впереди маячит
твой союзный легкий танк, который подсвечивает всех врагов. Так, а тяжи на верхнем фланге слились. Печально. Так, ИСУ я увижу, не увижу отсюда? Нет, вроде как нет. Отлично. Просто ваншотик. Ай-яй-яй-яй-яй. Пол ХП, сразу пол ХП. Блин, все плохо очень. Отлично, 716. На, гриль запрятался. Я только из-за него под гору подъехал. Так бы РУ 251 можно было бы забрать. Вот куда он сейчас поедет? Если вниз, то его там Федя засветит. А, понятно, вниз. Сейчас Федю будет забирать. Или не забирает? Нет, пока. Все, рук кончился. Хорошо, я могу спускаться отсюда. Но впереди меня может ждать гриль. На всякий случай здесь прочекаю. Ладно, вроде как нормально. Федя, интересно, с того положения кого-нибудь видит или нет? Ой, спасибо, только некогда, абсолютно. Блин, куда гриль делся? Вот здесь очень плохая... вот только начал об этом говорить, что здесь очень плохая местность. В том плане, что я здесь просто вот на открытой территории и ничего поделать не могу. Когда у тебя КД кончается? Может сейчас? Блин, вряд ли я в него попал. Печаль. Печаль, печаль, печаль. Так, значит, арта меня запалила для гриля. Гриль... А, нет. И гриль сам меня видит. КД, видимо, намного больше было. СУ-14-2 бы еще не выскочило. Снова не пробитие от бэтчата. Снова не пробитие гусля. Гусля вот это вот уже плохо. Блин, мы вдвоем остаемся с Федей. Лично у меня не очень местонахождение моего танка. Я думаю, мы сольемся. Если бы не гриль, еще, возможно, я бы что-нибудь смог бы зарешать. Так, это понятно. Я чувствую, что меня сейчас просто обойдут и все. Либо они на месте стоят, либо меня уже обходят. Потому что там со всех сторон их территория. Да и Федя уже кончился, конечно. Что терять-то? Вот и бэтчатик. Отлично. Ах, какое начало-то было, а, блин, и поражение в итоге. Ладно, вот был такой бой. Что-то мне, по-моему, написали, иди спать. Давайте посмотрим, где я нахожусь в топе. После такого комментария. На третьем месте я нахожусь в этом, в команде. И мне следует идти спать, как мне кое-кто из союзников написал. Ну, ладно, почему бы и нет. Урон, заблокированный броней 2920, 340 опыта. Ладно, спасибо тебе за просмотр, ставь лайки, оставляй комментарии, подписывайся на канал и увидимся в следующей серии.